Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine. И в этом выпуске мы поговорим о никарагуанских сигарах Padron 1964 серии Anniversary формата эксклюзива. Наполняйте ваши бокалы, присаживайтесь поудобнее, закуривайте. Мы начинаем. И хотя я сразу раскрыл карты, сказав, что сигары Padron никарагуанские, история этой табачной династии, проходя сквозь время, пересекла множество границ. И началось все в веке в 19-м, а может и раньше, когда кто-то из предков Padron начал выращивать табак на Канарских островах. Во второй половине 19 века, когда Куба манила своими возможностями, Padron перебрались туда, обзавелись наделом земли не где-нибудь, а в Пинар-дель-Рио не занялись возделыванием табака. То было славное время, давшее миру множество имен и названий, так или иначе связанных с кубинскими сигарами и с табаком в целом. Хосе Орландо Padron, основатель компании Padron Cigars, патриарх современной сигарной династии, фамилия которой известна во всем мире, представитель третьего поколения Padron, из числа работавших на кубинской земле. С самого детства он трудился в полях, помогая отцу и деду, сделав лишь небольшой перерыв на период обучения в одном из промышленно-технических училищ Гаваны, успешно окончив его и вернувшись на поля в 1944 году. Семья работала бок о бок, и все на финке работали всеми. Если надо, ломали листья, надо, сортировали табак в амбарах, а если надо, то работали ночными сторожами, мусорщиками, плотниками и всем, кем нужно. В таком режиме работал и Орландо, не роптал, и вроде даже семейное дело ему нравилось, но не устоял, когда ему, как человеку с техническим образованием, предложили место управляющего на одной из шахт по добыче меди, находящейся там же, в Пинар-дель-Рио, белые воротнички и все такое. Однако карьеру там построить так и не удалось. Закрутились, завертелись революционные события, и Хосе Орландо Padron примкнул к армии повстанцев. Когда революция, о которой так долго твердили большевики, свершилась, когда Кастро пришел к власти, Орландо, дослужившийся до лейтенанта, молодой, но уставший от войн, понял, что пора возвращаться к мирному труду. Но тут-то и оказалось, что компартия своих не бросает, и просто так уйти уже нельзя. Padron'у предлагались различные посты в различных правительственных учреждениях. Он мог уйти или туда, или под следствие и на каторгу. И Орландо бежал. Бежал сначала в Испанию, но, не найдя там применения своим талантам, оттуда бежал в США. Это был 1961 год. Поработав сначала в Нью-Йорке и берясь за любую работу, в 1962 году Орландо переезжает в Майами, косит газоны и выполняет мелкие ремонтные работы в домах. Кстати, в семье Padron рассказывает легенду о молотке, подаренном другом, которым Хосе Орландо в буквальном смысле сколотил свое первое состояние. Проработав 2 года, и скопив скромную сумму, в 1964 году он открывает фабрику Padron Cigars. Фабрику, состоявшую из него одного – Орландо Лигадора, Орландо Торсидора и Орландо менеджера по продажам. Работая днем то садовником, то плотником, Орландо по ночам крутил сигары. И когда их набралось достаточное количество, стал обзванивать владельцев сигарных магазинов, пытаясь убедить их взять сигары на реализацию. Знаете что? Упорство было вознаграждено. Дело начало двигаться. Конечно, впереди ждало еще немало трудностей. Пожары, грабежи, откровенный рэкет. Но шаг за шагом они преодолевались. Появлялись наделы земли в Никарагуа, своя достаточно крупная сигарная фабрика и имя, которая знает весь мир и которая с гордостью носят наследники Дона Хосе Орландо Падрона, его дети и внуки, все так же занимающиеся выращиванием табака
и созданием хороших сигар. Теперь вы знаете, почему именно эта цифра 1964 фигурирует в заголовке серии. Впервые сигары Padron 1964 Series Anniversary появились в 1994 году и были выпущены к 30-летию компании. Вот уже совсем скоро они отпразднуют собственное 30-летие, до которого доходят очень немногие серии. В чем же их секрет? При том, что серия состоит из 16 форматов, каждый из которых представлен в двух видах покровного листа, Padron 1964 Series Anniversary все же остаются ограниченным выпуском. Ежегодно их уходит с фабрики не так уж и много. И ежегодно Padron Cigars отбирает лучший табак из урожая и отправляет его на выдержку. И только 10% табака, прошедшего 4-летнюю выдержку, отбирается для сигар этой серии. То есть это сливки самих сливок. Сигары этой серии практически каждый год отмечаются во всевозможных рейтингах, срывая порой какие-то совершенно невероятные баллы. Но даже в далекие времена, когда трава была зеленее, а баллы не раздавались просто так за красивые банты направо и налево, одна из витол Padron 1964 Series Anniversary получила оценку в 94 балла. Сигары подаются в форм-факторе Box Pressed, что с одной стороны является отсылкой к кубинским корням, а с другой, в 1994 году это было довольно необычным и коммерчески спорным решением. Тем не менее, проверку временем и этот фактор, и сами сигары прошли успешно, даже более чем. Бант каждой сигары несет на себе уникальный номер, как защиту от подделок. И вот из двух сигар одна мне попалась со счастливым номером. Это когда сумма цифр первой половины числа равна сумме цифр второй. А вот как и где можно еще проверить сигары по этому номеру, я так и не нашел. Если знаете, напишите в комментариях. Покровный лист шелковистый, гладкий, с глянцем. Аромат у сигар почти сказочный, абсолютно никарагуанский. Тут и кожа, и нотки амбара, животные тона, и при этом чувствуется сладость цветочного нектара. Аромат довольно яркий и насыщенный, чего уж. Я скучал по этому запаху. Скрутка равномерная, довольно плотная, тяга у сигар отличная. В холодной тяге кедр, солоноватое вяленое мясо, немного лакрицы, прям интрига. Первые глотки дыма вызывают бурю восторженных эмоций, но тут же прилетает просто ломовая крепость. Сигара очень вкусная, но и очень крепкая прямо со старта. Во вкусе сладость бисквита, пекарские пряности, орех. Есть легкая острота, но это не перец, а такой отголосок табачной крепости. Даже плавные осторожные глотки дыма отдаются эхом в голове, а это только самое начало. Прям какая-то дрессировка собаки Павлова получается, и вкусно, и тут же прилетает в голову. Аромат у сигары тоже радует. Жареный орех, бисквит с шоколадным тоном, прогретое солнцем дерево. Очень интересно. К началу второй трети в аромате неожиданно, но очень отчетливо проявляется запах тяжелых портьер с характерной пыльностью.
И постепенно в запах дыма начинает вкрадываться легкий парфюмный тон. Причем окружающие его замечают первыми, а потом уже его начинает чувствовать курильщик. И следом во вкусе появляются оттенки алкоголя, словно табак выдерживали в роме. Ром, бисквит, немного шоколада, бадьян. Оригинально, но к середине начинает ощущаться, как со спины заходят темные тона. Земля, черный перец, кожа. Вообще, сигара интересная, яркая, но во второй-третий приходит ощущение, что ты стоишь посреди площади в окружении сотен экранов. На каждом демонстрируют что-то интересное, но все искрит и взрывает мозг. Это как смотреть на сварку, весело, но чревато последствиями. И все же дальше сигара постепенно начинает успокаиваться. Финальная треть нас встречает легкой горечью абсента, терпким привкусом молодого грецкого ореха, есть немного шоколада, но вкус от сладости уходит в пряные тона, приобретает терпкость и легкую остроту, алкогольную горечь. Аромат меняется, и он очень хорош. Помимо традиционных выпечек и орешков, есть в нем что-то оригинальное, что никак не удается ухватить за хвост и описать словами, да и в голове уже порядком шумит. Что-то от теплоты работающего бензинового двигателя, едва уловимое, но при этом приятное, успокаивающее и туманящее рассудок. Такого я еще не встречал. Очень интересная сигара, оригинальная, насыщенная, яркая, порой даже излишне и очень крепкая. Допускаю, что подобный профиль может понравиться не всем, да и не на любой случай сигара, но, повторюсь, очень интересно и оригинально. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх и делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Обязательно подпишитесь на обновления канала, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Smokers Magazine.